А ему где-то, короче, домой надо было срочно, там что-то семейное. И все, он командир полка подходит, говорит, ну разрешите мне учиться, говорит, на месяц. Ну его не отпустили. Он что-то приходит, что-то думает, что делать, что делать. Я говорю, ну есть, конечно, предложение. У нас бита есть там трофейная бита. Давай тебе уставим, давай. Он такой, давай. Я ему, короче, пальцы ударил, он уехал, на следующий день приезжает, говорит, мне сказали, это ушиб. Я, говорит, второй раз, я ему второй раз ударил. Ты получил. Вот он их мороженое сделать.